Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ваешев. Она очень насыщена событиями. Итак, обозначим темы. Все начинается с причины зависти братьев к Иосифу. Потом нам рассказывает о трагической продаже его в Египет. Затем тут же идет повествование о трагической истории Иуды и Тамар. Потом страсти разворачиваются вокруг истории Иосифа и жены Потифара, и после этого рассказывается о том, как Иосиф разгадывает сны министра виночерпия и министра пекаря. Возьмем историю о снах. В самом начале мы узнаем о двух снах Иосифа. Оба они сообщают нам об одном – Иосиф будет царствовать. Из первого открылось нам, что он возвысится над братьями, и те придут ему поклониться. Во втором, в образе солнца и луны, предстали Яков и его жена. И означал этот сон, что те придут вместе с братьями Иосифа. Между этой главой и следующей, которая повествует о двух, в сущности, одинаковых снах фараона, можно провести параллель, дорогие друзья. И все же в случае с фараоном Тора объясняет нам, почему его сон повторился дважды. Да потому, что уготовано это Всевышним, и Всевышний вскоре исполнит это. Что же касается сна Иосифа, то объяснения, почему он повторился, нет. Хотя намек на ту дополнительную информацию, которую мы узнаем из второго сна, все же можно усмотреть в первом. Это заставляет предположить, дорогие друзья, что два подобных сна Иосифа подразумевает и некое различие. В чем же различие, дорогие друзья? Давайте попробуем разобраться. Как известно, деяния отцов служат знаком для детей их. И дела Иосифа относятся к деяниям праотцов. Два сна Иосифа отличаются друг от друга следующим. Первый связан с землей. Вот мы вяжем снопы посреди поля. А во втором речь идет о небесных светилах. Солнце, луна и 11 звезд. Сны фараона связаны только с земными понятиями. Причем по нисходящей. От высших, в данном случае животных, 7 коров, к низшим, то есть растениям, 7 колосьев. У фараона нет связи с небесным царством, и поэтому его сны представляют собой нисходящее движение, то есть спуск. А сны Иосифа – подъем к святости. Итак, в Торе все очень значимо, и в каждой детали заложен урок, как строить нашу жизнь. Смысл того, что Иосифу приснились два сна о двух мирах, земле и небесах, в следующем – человек должен объединять материальное и духовное в одно целое. Между ними не только не должно возникать противоречий, но и материальное должно вносить вклад в духовную жизнь настолько, что само проникнется духовностью. Рамбам в «Законах Деот», начало в части 4, особенно подчеркивает этот момент, когда говорит, что здоровое и совершенное тело – часть пути к служению и познанию Творца. Для каждого из нас вполне естественна мысль, что удовлетворение его физических потребностей, таких как еда и питье, происходит во имя Всевышнего. Теперь нам ясно, дорогие друзья, почему Иосифу приснились два сна. Первый сон начинается словами «Вот мы вяжем снопы посреди поля». Другими словами, он начинается с описания работы. Этого нет в снах фараона. Там, где властвует порок, работы может и не быть. Как написано в Египте, мы ели даром. Бамидбар 11.5, то есть не соблюдая заповедь. Но награда, святость и свет Всевышнего приходит только
через совершенные усилия, работу. Значит, чтобы нам подняться по лестнице с земли к небу, нам надо с самого начала стремиться, чтобы наши обычные повседневные дела стремились к святости. По природе это работа, как и во сне Иосифа. Она заключается в связывании снопов. Мы приходим в этот скрытый мир, дорогие друзья, напоминающий поле, на котором вещи и люди, словно колоски, растут по отдельности, живут врознь, каждый сам в себе и для себя. Считается, что в человеке говорит его животная душа, которая разделяет людей, но человек должен преодолевать эти тенденции, объединяя, словно колосья в сноп, разрозненное в одно служение Всевышнему. Во сне, будучи уложены снопы, братья встали и поклонились снопу Иосифу. Для нас это означает, что следующим шагом служения Всевышнему должно быть преклонение, подчинение тому, что или кто выше нас. Вместе наш народ образует единое целое, как если бы все мы были органами одного тела. И как движение тела может быть сконцентрировано и сформулировано только в случае, если мышцы точно выполняют указания нервной системы, так и духовное состояние общего тела нашего народа зависит от способности тела повиноваться своей голове. Именно он, ведущий, учит нас, чтобы все члены нашего общества вместе стремились к достигнутой верной цели. На самом деле это подчинение предшествует объединению всех сторон в жизни в служении Всевышнему. Способность, дорогие друзья, к совместным действиям – это следствие внутреннего подчинения голове или всему народу. Но на внешнем уровне это происходит, как во сне Иосифа. Сначала соединение, а затем подчинение. Вот в чем смысл второго сна Иосифа. Сон рассказывает о человеке, который сумел подняться над служением, привязанным к земле. Он покинул мир зависти и разобщенности, состояние, когда кажется, что вещи существуют сами по себе и для себя. И ему уже нет необходимости собирать осколки или колосья своего существования. Его служение Всевышнему целиком перешло на небесный уровень, на путь к возвращению к первоначальному состоянию души. Таким образом, дорогие друзья, во снах Иосифа заложена, так сказать, карта, план, на которой обозначен путь для каждого из нас. Прежде всего необходимо поработать в поле, сделать усилие, совершить работу, чтобы объединить мир разрозненного существования людей в службе Всевышнему, так сказать, связание снопов. История Иосифа, дорогие друзья, и его братьев несет в себе глубокий внутренний смысл. Эта драма, полная ненависти и любви, происходит внутри каждого из нас, внутри нашей души, состоящей из 12 свойств. Иосиф – это особое свойство, собирающее в себе все остальные и способное таким образом исправить наш эгоизм. Вся эта история говорит о необходимых ступенях развития, которые обязан пройти каждый из нас. Устремляясь сознательно к цели, развивая заданное, так сказать, направление, мы намного ускоряем и облегчаем наш путь. Этого я нам всем и желаю. Мечтайте, воплощайте ваши мечты. Браха ва ацлаха. Много сил. Шалом, ваш раввин Каплан.